ты подтягиваешься неправильно. Почему? Сейчас объясню. Друзья, как подтягивается большинство ребят? Они запрыгивают такие на турник и подтягиваются. Вот, да? Вы себя узнаете? По-любому все так подтягиваются. То есть просто долбит на максимальное количество повторений. Чем больше сделаешь, тем лучше. Но качественные, правильные подтягивания делаются далеко не так. То есть, как на соревнованиях подтягиваются? Вы постоянно кричали в прошлом видео, типа, подбородок, подбородок и так далее, как судья говорил, типа, подбородок, подбородок. Вроде все подтягивались просто идеально, до подбородка. Все просто прям вот туда закладывали подбородок, а судье это не нравилось. Старт. Подбородок прямо держи, раз. Почему? Объясняю, смотрите. Когда вы подтягиваетесь, вы должны делать не вот так. То есть, по идее, да, правильно считается, что подбородок, вот, ты закинул, все, это качественное правильное подтягивание. Но это не так. Качественное правильное подтягивание, это когда у вас подбородок смотрит прямо, вот так. В чем прикол, ребят? Когда вы подтягиваетесь вот так, да, смотрите, вот так вы подтянулись, да, это, по идее, вы подбородок заложили. То есть, если вот так вы подтягиваетесь, то мы опускаем подбородок, и получается, смотрите, какое расстояние у нас, еще подтягивание. То есть амплитуда, она гораздо сильнее снижается. Прикол заключается в чем? Смотрите. Вот вы подтянулись вот так. Давайте зафиксируем вот тут пальцем, укажем это место. Ну, а надо подтягиваться вот так. То есть вы смотрите прямо. И получается, что у нас вот столько амплитуды вы просто не догоняете. То есть смотрите. Подтягивание обычно делают вот так, да? Оп. А нужно, то есть вот вы прямо смотрите вот так на человека и подтягиваетесь вот так. То есть это во много раз сложнее. У вас вот столько амплитуды теряется, когда вы подтягиваетесь вот так. Именно поэтому, если вы подтягиваетесь там раз 40, то с такой техникой вы подтянетесь раз 20, наверное. Второе. То есть смотрите, многие подтягиваются как пружина. Оп, оп. Почему как пружина? Потому что у них руки в локтях согнуты вот таким вот образом. А правильно, это вот так. То есть вы полностью расслабляете руки и с этого положения уже подтягиваетесь. Почему это неправильно? Потому что на соревнованиях ни одно повторение не засчитают именно вот так. Вы расслабляете руки, сустав выключаете, фиксируете свое положение и уже от него подтягиваетесь. Ни одно повторение вот такое, да? Покажи немножко таз мой. То есть вот такие повторения, да? Вот такие. Они на соревнованиях не засчитаются. То есть, когда вы подтягиваетесь, смотрите, идеальное подтягивание. Вы остановились, зафиксировали тело. Оп. Зафиксировали вот тут. Оп. Зафиксировали вот здесь. То есть, у вас происходит фиксация внизу, фиксация вверху. Подбородок смотрит прямо, то есть, никаких вот так. И, конечно же, локти, они полностью распрямлены, то есть они не согнуты, полностью вот так. Следующее, что не допускается на соревнованиях, это любые колебания, то есть судья будет говорить вам баланс. Что значит баланс? То есть если вы вот подтянулись, да, и у вас ноги пошли вот так, то есть это нет баланса. Когда ноги вот так ходят, вы не зафиксированы, баланса нет. Вы подтягиваетесь вот так, у вас ноги уходят вперед, это не баланс. Идеальные подтягивания, как я говорил, вы зафиксировались, и оп. Вот это идеальные подтягивания. Когда вы подтягиваетесь, там, не знаю, тазом шевелите, что-нибудь ноги поднимаете, подкидываете ноги. Это не зачет. Друзья, внизу фиксация должна быть примерно 2-3 секунды. То есть вы когда опустились вниз, вы полностью расслабили свои локти и зафиксировались. У вас тело не должно шататься. Вы идеально как повисли, да? И с этого момента тогда только вы подтягиваетесь. Если у вас тело немножко шатается, вы не подтягиваетесь, потому что на соревнованиях этого не зачтут. Друзья, какая самая моя основная ошибка была в подтягиваниях на соревнованиях? То есть я когда повисал, там со скамьи такой специальный, потому что турник высокий был, тупо не допрыгнуть с весом. Когда ты со скамьи как бы сходишь, да, уже на подтягиваниях, ты такой взялся, вот представим, что я на скамье, да, сейчас стою, я такой уже, типа, схожу со скамьи, и у меня начинает вот так трясти просто, и мне никак не остановиться. И, наверное, только на 8-й секунде судья уже подошел, меня в заляхе взял, короче, остановил. То есть нужно максимально зафиксироваться. Вы со скамьи слезли, короче, и у вас должен напрячься пресс, поясница, включились просто и зафиксировались. Тогда только судья с этого момента скажет старт. Если нет, то нет, будете висеть 15 секунд. Сейчас проведем эксперимент.
эксперимент. Вот оператор у нас Андрюшка, он подтягивается на максимум, ну, быстрыми, да, 33 раза. Сейчас посмотрим, проведем эксперимент, сколько он подтянется по такой технике со своим собственным весом. Погнали. Не забывай про подбородок, то есть смотришь прямо, расслабляешь локти, то есть у тебя руки расслабляются, также фиксация, никакой раскачки и фиксация внизу, то есть в нижней точке где-то примерно 2 секунды. Погнали. Опа, а ты будешь там говорить? Давай, да. Старт. Раз. Баланс. Это не считается, видишь, ты раскачиваешься. Давай, пресс напряг, давай. Напряг пресс. Два. Три. Баланс. 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 У тебя качка идет, раскачка. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Подбородок был. Это 9 было. Давай еще. 10. 11. Это не было баланса. 12. Тоже не было баланса. 12. Видишь, у тебя уходят ноги вперед, это уже не считается, типа, у тебя должно как бы... Ну, то есть, ты когда подтягиваешься, у тебя ноги идут вперед, это нет баланса, то есть, тебе не засчитали. Понял, да, прикол? Это очень сложное подтягивание, на самом деле. То есть, тебе надо подтянуться прямо, да. Чтобы ты вот так не сделался. Да, да. Так, а... Во, сейчас нормально было. Так я подбородок поднял. Не, смотри, давай сейчас типа, смотри... Видишь подбородок? А типа смотри, чтобы подбородок туда сделать, тебе надо по-любому как-то вперед чуть-чуть уйти. Нет. То есть, блин, нифига, от тебя мокрое. То есть ты зафиксировался, да? Да. Подтягиваешься, оп. Видишь прямо? Ну видишь, смотри, ты все равно тоже вперед. Ну, а ты вот так прям делал, о, вот так. То есть у тебя ноги уходили вот так. Это нет баланса, тебе бы не засчитали, это судья бы сказал. Баланс. Друзья, если вам понравился этот ролик и вы поняли, как делать правильную технику в подтягиваниях, ставьте лукас, подписывайтесь на канал, на мой инстаграмчик, покупайте программу тренировок по подтягиваниям на моем сайте, будете подтягиваться просто дофига. А так, спасибо за внимание, пока!